Всем привет! Мы сегодня впервые, нас доча, она за рулем, а мы, как пассажиры, еще ни разу в жизни такого не было. У нас здесь все впервые. Ну, это у тебя не было, мама-то уже это... Я говорю, нас двоих, такого еще не было. Вот, отдельно, никто нам не мешает, никто не, ничего нет. Доча будет вести нас туда, куда захочет. Наконец-то мы двинулись, смотрите, какой туман на улице. Ну, погода теплая. Брукингс. Так, девчонки и мальчишки, едем по трассе, кругом туман, поэтому включимся уже в городе, я думаю. Тут, правда, я еще как на правах родителя пытаюсь дочь подсказать, как нужно ехать правильно, но она меня, конечно, не воспринимает. Правда, послушалась. Скорость сбавила чуть-чуть. Вот нас, видите, обгоняют тут всякие эти лихачи. Ну, пусть едут себе. Смотрите, просветлело, то есть туман немножко ушел, он там дальше опять. И сразу жить веселее стало. Перелез на заднее сиденье, потому что тут модная машина, посредине сиденья нету. А сзади, видите, какие? Я сейчас тут еще и прилягу, сделаю прилягу. А у вас подушечки нет случайно? Где надо было брать? Ну ладно. Короче, ехали-ехали по туману, приехали к какому-то магазину. Дочь не завезла. Роуз. Прогуливаемся по магазину, тут нас дочь ведет. Вот такие вот женские, ничего тебе огромное сейчас. Пойдемте, муж. Вот такие примерочные стульчики. На руль, оплетки. Сиденья детские. Цены, хрен его знает цены. Что там? $12.91, $13. Так, а оплетка $8. Такие изделия из жести, смотрите. Вот петушок. Золотой гребешок из жести. Цена, правда, не знаю какая. Металлический. Ну, кошельки продаются. Там, по-моему, меня потеряли. Русские! Да вы здесь русские! Вон, видите, какие примерочные. Оп! О, я думал, мягкие они. Дубовые. Так, кроссовочки мне принесли на замер. Как-то ниже не в Америке. Пока же я в Америке. Джинсы мне тут принесли мерить. Надел тут такие молодежные джинсари. А еще какие померил? Вот они. Да, вот эти мне. Ну вот, остановились вот на этих $17 и за $10 голубые или синие, не знаю. Вот, смотрите. Принаряжаем своего принарядили. Юрика. Джинсики померил, теперь вот футболочку там померил. Нашли Under Armour. Еще вот такую надо мерить. А я еще... Вот еще футболка. Мне нравится. Тебе как? Ну, я не знаю, это она другая. Это... Она просто другая. Давай вот эту померяешь. Вот, смотрите. Это другая 17. Уже немножко. $17 стоит. Вышел из магазина. Смотрите, стояночка хорошая такая. Возле обувного магазина. Что меня здесь удивило, вот бордюры вместе с полотном с дорожным. Вот видите, вот все вместе идет. То есть не отдельно их ставят, а вместе. Скорее всего, их заливают вот так. Ну да, скорее всего, потому что длинные они, такие длинные не приволокешь. И по размеру вот круг. Вышел я из магазина, там мне вещи выбрали. Чтобы девчонкам не надоедать, не мешать, сел в автомобиль. Ну вот жалко завести, не то что завести, открыть окна не могу, потому что ключа нет, кнопка старт. Ключи должны рядом лежать, а я не знаю, как чтобы окна открывались. Не знаю. Так, вот тут вот наша российская конфета. Полакомлюсь. Все-таки
наши конфеты вкуснее. Наконец-то пришли девушки мы. Что купили? Мы купили чашки такие прозрачные. Вот. Для готовки? Да, для салата перемешать там еще что. И газировки купили, упаковку. Прошарились, все. На меня нет футболки, не можем найти. А что? Большая такая? Да, у меня ходовой размер. Какой позор. И у меня ходовой. Мы ходовые, короче. Ходовые. Так, сейчас. Ну ладно, включимся. Так, туман рассеялся, солнышко вышло. Едем. Что-то Сьюфал, что это? Форд. А, Форд, салон Форд. Тут я смотрю, да. Что-то машин много. О, тебе надо было пошариться, выйти и пошариться. А я откуда знал, что здесь рядом салон Форд? Ну вот, снимаю в окошко. Что, отдыхал? Ты отдохнул хоть? Ну, мало-мало так пойдет. Фордовские детали там он продают. Перекрестки, смотрите, сколько светофоров навешано. Это, наверное, для особо бестолковых. Если один не видно, второй увидит. Если второй не увидит, третий увидит. Это для каждой дороги типа разные. Ну, я говорю, для особо бестолковых. Так, а что? А что ты, Юра, в Лоусе, вам же надо эту палку для выравнивалки. Надо. Блин, проехали. Ну, мы еще будем выезжать, когда там Лоус где-то был. О, вот это ты был. Два раза вам напоминала. Ну, поздно напомнила. Смотрите, GMC. Фонтан, Юрик, смотри, вот в окошко, вон фонтан, там вода. Да я уже видел. Это вы же там... Вот смотрите, сделано типа как фонтана, выходит. Все, как я водопад. Я подумаю пока, ну в пиццу ренч надо там. Прикольненько. Буфет? Да. Все очень чисто, убрано. Я тут пару бутылок увидел, говорю, вау, я домой попал. Мы сначала в Сэмс Клаб или сначала в этот поедем? Мы. Меня принарядили. Сейчас пойду на прогулку. Покажись, ты хочешь? Ну, я показываюсь. Смотрю, машин больших очень много. Любят американцы большие машины. Ну во-первых, тут живут, например, кто-то не в городе живет, тарится в Сэмс Клабе. Они, представь, они закупаются сразу. Им надо большую машину, да? Да. Вот видите, люди закупаются какими порциями, да? Потому что ходят, пьют чистую воду. Угу. Вон доча подгребает. Идет. Что-то долго задержалась. Вот такая колясочка. Ездят люди сами. Электрическая. Прям понравилась мне. Народу много, как будто бы, как у нас в ленте, но только больше. Я не могу без нее. Давай. Где вот холодильники? Мы в прошлый раз вот этот американский брали. Американский. Что это? Как называется? Это сыр американский. 1167, да? Да. Ну тут 160 штук, по-моему, да? Ну, вот такой мне нравится, классный. Ну, на. Это, ну, типа ветчина. Мне не очень понравилось. Так, берем коробку. Идем все подряд пробуем. Так и наесться можно. Ну, так тут это, приходят те, которые тут приколы будут жрать в Сэмс Клаб. На выходных, да. Приколы снимают? Ну, это же это прикол, надо прийти поесть в Сэмс Клаб на выходных. Короче говоря, как можно в Америке пожрать без... Бесплатно. Да, без одного доллара. По-русски, короче. Кушаем по-русски. Так, лепешки берем. Да, лепешки. Сколько стоит? 6-7 долларов. Такая баночка стоит 7 долларов. Сколько в этой баночке вес? Это большая. Сейчас. Вес большая. Так, вес большая. 2,27 килограмма. 2 килограмма 270 грамм. 7 долларов. Наташа, эту возьмем? Или еще больше? Это... Больше. Около, это около смотрю, 500 рублей вау. По нашему. Просто, помнишь, раньше были широкие? Попробуй, ничего не здесь, стесняйся. Вот здесь тоже, смотрите, лепешки. Что-то можно попробовать. Тоже лепешки. Так, вот гранола. А вы же раньше такие ели.
Покупали. Как тебе? Это полезное. Ну, полезное. Так, лепешка. Короче, видите? Вкусная так-то хрень. Хлеб стоит 4,68 за две буханки типа. А сколько вес? Если вот эту посмотри, так, сколько вес. Она стоит. Подожди, мам. Вес. Держи вес. Вот. 2 паунда. 1 килограмм 130 грамм. 1 килограмм 130 грамм стоит $4.5. 4,68. Это примерно по нашему... Ну, может, как камера? 130, 230, 260 и еще 60, 300 рублей, да, вот такой вот, 1 килограмм, не вижу сколько, ну 1 килограмм чем-то. Вес. Покупают лепешки. Вес. Вот, здесь, вес. Здесь 2 килограмма 660 грамм. И сколько стоит? 6,28. Короче, переводить не буду, сами переводите. Давай, погнали. Доллары буду, доллары и килограммы говорить. Молоко продается здесь. Вот таких вот, смотрите. Это не бутылки, а целые канистры. Вот они. Какое вот они. Число? Ну, какое сегодня число? 14, да? Да, 14. Ну что, ну выпьем, наверное. Холодно здесь. Сколько здесь? Литров. Галлон это. 3 литра и 780 миллилитров. 3 литра и 78 миллилитров. И стоит она сколько? Стоит это, сейчас скажу, 2,56. $2.56. А жирность какая молока, дочь? Жирность? Да. А жирность это цельная, я не знаю, честно сказать, какое. Что это значит цельная? 4, наверное. 4 с чем-то, наверное, должно быть. Давайте потом посмотрим, здесь холодно. Хоть сканируют, а что ты меня тут сделала, конечно? Возьми нормально. Ну, оно зато до 30-го хранится. Пусть какая разница? Вот, смотри, я смяла. Все, пятая. А, это ты смела? Как и я, это надо брать или с молоком пойду? Понятно. Ну, она тут, канистра там мягкая, видите? Нажимаешь, она мнется. Зеленая. А вот 1% стоит уже $1.92, ну почти $2. А то, видать, побольше процентов раз стоит. Дороже. Сейчас опять идем пробовать. Короче, со специями пойдет? Ну, это помидоры. Давай вот это рекламируют специи, да? Ну, они рекламируют, они раздают. Thank you. Пойдем. Как внутри ее, чипсы да? Тебе дали, вот смотри, ты берешь, да. Маме, ну, я сняли, ну мы снег взять, а мне взяли. Ну как вкусно. Вот это, вот это сальса, да? Попробуй. Нам надо пиклс взять. Как тебе? Зачем ты мою кукурузу взяла? Она была вот эта. Ну, иди попробуй, еще возьми. Пробовали, и выкинуть пора. Ну, стали, опять мы пробуем. Стали пожрать. Ну, а что такого? Да ничего, я не... Мы же ничего не воруем. Дают. Дают, бери, гонят, беги. Да мне смешно, самой. Я ни с кем не смею. Ребята, что мне нравится, что задние колеса стоят ровно, а передние крутишь, и управлять этой телегой намного легче. Она ровнее идет, как по рельсам, как говорится. Вот эти бананы почем? $1.39 за 3 паунда. 3 паунда и сколько килограмм? 3 паунда это килограмм с чем-то. Ну, 1,5 килограмма, короче. $1.39 это 100 рублей, да, примерно? Да. Ну, нормально. Тут вот меня попросили виноград. Ой, дрянь. Там решили мяско попробовать. Мясо, что ли? Угу. Это стейк. Мясо-то поудачнее будет винограда.
Вот видите, жарят и сразу выдают. Обалдеть. Не захочешь, будешь толстым. А это вот, чтобы самому не ходить, видите, человека, наверное, нога болит, он ездит. Так, рыба 6,98. Стейк, это что? Не стейк, а как его? Филе, да, это? Филе, да. Как называется рыба? Семга это. Семга? 6,98 долларов. А вес какой? Какой вес? 1 килограмм? 8, да, 1 паунд стоит 6,98, а тут вот 2,60, 18,15. Вот эта вот штучка вытягивает на примерно 20 долларов. 18-19. Понятно. Заезжаем в холодильник. Сейчас будут брать фрукты. Ну давай, говори цену. Виноград, килограмм. Ну какой килограмм? Я же за паунды. 3 паунда 5,98. Ну, то есть за 1 паунд 2 доллара. Это 450 грамм. За 450 грамм 2 доллара. Угу. Морковка. Ну это типа органическая. Ну она нормальная, дешевая. Сколько стоит? 3,48 за 5 паундов. Угу. Салат мы взяли, уже порезанный. Что хочется резать, да? Только и дело. Я всегда такой колсло беру. Пойдем. Говори, почем? Почем яблоки, доча? Картошку. Доча, почем яблоки? Яблоки 5,98 за сколько там паундов? 5 паундов. 5,98 долларов за 5 паундов. 1 паунд 450 грамм. Ну да, примерно доллар с чем-то. Вот картошка. Картошечка вот. Я ищу этот. Ну давай. Баркод. А для чего ты фотографируешь? Чтобы он тебе считал? Да она не будет на кассе стоять. Да она не мое, не могу. Сейчас. Круто. Сетки такие. Все, сделала. Давай, то есть пока фотографируют на телефоне эти коды, а потом раз, там специальная касса. Насколько можно? И чек оплачивает. Насколько приблизительно сладкая картошка? Сладкая картошка. То есть за 7 долларов за 5 паундов. Разделить на 5, разделить... 7 разделить на 5. Ты что? 1,4. Ну 1,4 за... Доллар 40 центов за 1 паунд. Паунд 450 грамм, повторяю. Ну, бери. Нет. Ты. 1 доллар за огурец. 1 доллар за 1 огурец. Без всяких паундов. Ну дороговато, да? Вот эта картошечка-то поудачнее, наверное, будет. Yellow potato. Вот так вот вино разложено. Вот 12,28 долларов. Сколько здесь, я даже не знаю. Вот это сколько здесь объема? 0,7, да? Не знаю. Вот, 75. Бутылка вина, 750 миллилитров. 750 миллилитров. 10 долларов. Это 600 с чем-то рублей. О, с чем-то. 650. Вот 11 долларов. Тоже сколько? 750 миллилитров. Ну, короче, вино в пределах 10, 11, от 8 до 11 примерно. Один единственный минус вот этого сканирования на телефон. Сейчас, ну, предположим, что-то вытащил. Это надо знать, что вытащил. Или кто-то взял, вроде бы кассу еще не прошел, а потом раз и оплатил это. И так, конечно, быстро. Так, включил. Это что ты выбрала? Курицу. Нам никуда не ходить. Мы сейчас вот, я рассчитаю за эту курицу, мы ее сядем и покушаем. Сколько она стоит? Сколько килограмм здесь? Я не знаю, сколько. 4,98 за всю курицу. 1 паунд 66 чего-то. Не знаю. 450 грамм? Ну, примерно... И полтора, это значит... 450? 600. 700, 700 грамм. 700 грамм стоит сколько долларов? 5 долларов. 5 долларов, 700 грамм. Так, а что мы... Жареные, 5 долларов, это что? 300... Давай, выходи. Катаемся тут, русские. Мешаем всем. Так, водка Смирнов. Вот такая, смотрите, сколько здесь... А, вот, Смирнов, 15,48 долларов, это 1,75 литра. Капитан Морган, ром, сколько стоит? 23,63. Вон, 23,63. А вот это мой муж любит, 42 доллара. Стоит. Это что такое? Это, ну, да, у него это виски, по-моему, да, виски. Угу. 41 доллар, 98, 42 доллара. Приличненько, да. И сколько здесь? 1,75. Вот перец, смотрите, сушеный перец, сушеный лук, сушеный чеснок, да? Ну, сколько вот у
Гарлик, гарлик, да? 30 долларов. Это что? А вот калий, наверное, да? Короче, в банках 3-4 доллара в таких маленьких баночках, всякая специя. Специи, 6 долларов. Мне кажется, дорогие очень. Дорогие, да? Ну, специи всегда дорогие, извините. Так, даже, даже соль да перец. 30 долларов за 5 паундов перца. Представь? Мука вот в такой вот штучке. 4,98. Сколько вес? А я даже не знаю, сколько вес. Ну, такая... Не один килограмм тут. Значит, 5,48 доллара. Вот такая вот банка огурцов мелких. Тяжелая. Сколько она весит? Ну, двухлитровая банка, представь. Аунса, это, сколько? Трехлитровая? Это, двух. 64 двух. Аунса – это полгаллона. Полгаллона – это, то есть, 3,78 разделить на 2. Объяснила. 3,7? Ну, 2 литра. Примерно. Чуть меньше. Я и сказала сразу, 2 литра. Чуть, чуть меньше 2 литра. Визуально. Написано, литр 89. Ну, ну 5,48 долларов. Написано. Вот смотрите, это большие, большие огурцы, крупные. Больше, чем 3 литра, стоят 4,98 долларов. То есть дешевле, чем 5,48 двухлитровые мелкие огурцы. Уговаривают меня купить вот такие теплые. Ну, а что, удобные, мягко, типа тапочки, тапочек. Да. Ну, сейчас померю. Ну, померь. Вон, Наташа что-то решила примерить. Что сова, это такое? Типа, сова. Ну, ложишься типа на диване, ой, релаксируешь. Понча. Да. Сколько ну, стоит? Ну, диалка, конечно, типа, безразмерная. Сколько просто стоит? 20 долларов. 20 вот, долларов. Мы выбрали Юрику. Да, вот они. Башмачки мне выбрали за 20 долларов. Дочь, ты отсканировала? Вон, еще одну понча. Еще одну понча. Отсканирую сейчас. Тоже тепло, мам. Смотри, какое классное. Померяй. А мне такое не надо. Ты не любишь такое? Ну, я люблю. Ты шиворот на выворот одела, по-моему. О, вот так. Смысл мне. Ну, это классно, как будто одеяло носишь, да, только без, да, этого. Да, да, да. Без лишнего. Надыбали девчонки тут обувь. Вот они, мои тапочки, о которых я мечтала. Я по дешевке, по дешевке. Что это они по дешевке? Просто я не могу без них. А, не, не по дешевке. Ну ладно. 31 доллар. Где вот ты их нашла? Здесь внизу. Ну а где второй? Ой, нет, мои удобнее. Это неудобные, большие мне и сразу ногу. Выкинь их, противные, неудобные. Короче, дочь, она сканировала по несколько раз. Одно и то же. Курицу она сканировала тут. Так и будешь платить потом за все. Да, за что не брала. Я же знаю, что носки. Я беру. Я же вижу. 10 mm-hmm. баксов, 6 пар. Очень хорошие носки. А? Очень хорошие я носки. Я говорю, мне нравятся такие. Мы, я этому дяде покупаю здесь. У папы всегда вот эти вот, ему ну, давят это, типа. А, ну это слабенькие. Да, это хват. А это вообще длинные. Длинные. Вот такие вот нормальные. А вот и либо. Ладно, это тут мы еще пошарим. Давай, погнали, не, нечего на это отвлекаться. Ты нам шесть, выдашь счет? 6 маек за 13 долларов купили майки мне. В очереди не стоять 2 дня. Чем-то нам надо. Че, посмотри. Выбирают футболки. Вот такую можно взять. Эдди Бауэр. С рукавами у него нету. Ну это классно. Дочь сказала, что очень классно. Давай ему на это. Смотри. Сегодня у нас шопинг для Юрика. Для Юрика. Для меня, то есть. Футболку купили мне за 13 долларов. Нет, это не футболка, это с длинным рукавом. Как это называется? Вот, смотри. Я нашла. Okay. Это называется Raglan Connect. Не знаю. Футболка. Футболка с длинным рукавом. Футболка с длинным рукавом. Так, перешли на женские вещи. Все разобрали. Чё? Нету. Я, короче, сегодня не везет. Женщины себя любят. В этом штате, я так понял. Вау, за три... Так они стоили 2,81, понятно. О, правильно, поэтому и поразобрали все. Ой-ой-ёшеньки. Погнали, хлорка. Это хлорка? Сколько здесь? Долларов. Вниз ее ставь. 12 долларов. А почему она двухкомпонентная, да? Ну, там типа клинер и этот... Ну, сразу. Да чтоб денег больше брать. Ну, понятно. Вес сколько ее, скажи? Какой вес, Юр, объем? Объем. 180 унций. 64 унции – это полгаллона. Раз, два. Ну, то есть почти полтора галлона. Почти полтора галлона. Литров сколько? Ну, наверное, литров 4. Такие игрушки, смотрите.
бензопила. Парма у нас бы назвали. Шуруповерт, детское все. А это у нас не знаю, летает, не летает, наверное, летает. Сколько стоит? Коптер. Стоит. Крекеры. Крекеры сколько стоит? Так это же лучше, да? Ну а что их сидеть щелкать? Правда, что ли? Это что, тыквенные? Какие тыквенные? Это фисташки. Да ты что? Ну а что их сидеть? Сколько килограмм? Сколько килограмм? Это такая же цена. Давайте посмотрим. 623 грамма, например. А цена какая? 13 чем-то, а там 15. А это... Нет, такие невкусные. Дедушка покупает такой... Свёкор или как это называется? Да, правильно. А, джеррида? Нет. Salt and pepper, во. Солёненькие. Сколько тут? Тоже 16 они стоят, но там их побольше, конечно. Ну тут 1 килограмм 300. Ну они в кожуре же, да? Но они в кожуре. Ну, правильно. А эти без кожуры. Ну что брать? Да, эти, конечно, получше. Ну все, смысл-то какой. А может вот такие лучше орехи возьмут? Сколько стоит вот это 600 грамм? 16 долларов. 16 долларов. То есть каждый 100 грамм 1 доллар. Это 60 рублей. Не знаю, дорого или нет. Земляные орешки. Я не знаю, вареные они, нет? Жареные? Жареные. Ой, жареные. Не, уж язык это. Лимит. И все. Вот такие еще. И что такое? Орешки в шоколаде. Миндаль в шоколаде. Вау. Все, ты отсканировала? Да. Ну, смотрите, такая сушилка для рук. Только надо две руки. Все. Так. Энерджайзер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 18 батареек. 16. 16 батареек. А сколько стоит? Сейчас я вот сканирую. Очень дорого они стоят. И те 16, и эти, да? Да. Слушай, это не аккумуляторы? Да ну, это энерджайзеры. 18,98. А, 18, ты правильно посчитал, 18. Ну, каждая батарейка 1 доллар 60 рублей, ну, да? Как-то... Ну, у нас подешевле, наверное, все-таки. Но энерджайзер не знаю точно. Врать не буду. У нас крона вот такая, 9-вольтовая. 50 раньше стоила. Ну, как вот. Ну, мы энерджайзер покупаем, потом, зато мы их годами не покупаем. Да, нашла. Дорогие, одна батарейка 60 рублей больше. 65. Вот смотрите, кто хочет, идет через кассу. А мы сейчас пойдем... Ну, в очереди стоит. А мы сейчас пойдем не через кассу. Вон там вот левее, такие аппараты специальные. Раз карточку, и у нас снимут за все за эти покупки. Сейчас она будет рассчитываться. Так, покажи, как ты будешь рассчитываться. Или ты еще не будешь? Рассчитывалась. Уже рассчиталась? Сейчас. Стоп, все, рассчиталась. А сюда не будешь подходить? А это чтобы заказывать что-то. А я думал, ты это через эти будешь рассчитывать. То есть она с телефона все рассчиталась. Здесь вот в магазинчике можно перекусить той едой, которую купили, да? А можно купить... А можно еще купить дополнительно. Мне просто не нравятся эти хот-доги всякие разные. Да, Ларисе не нравятся хот-доги, а так она любит... Вкусно покушать. Вкусно покушать, да. Я тоже. Сейчас доча принесет. Что тут? Включаю. Включил. Юрий, говорю, запиши, какая Лариса колхозница. Русские есть русские. Нет, чтобы купить, покушать... По-дорогому. Мы лучше по-дешевому. Да. Я хотела в кафешку съездить с дочей. Потом говорю, да нафиг надо. Сейчас купим здесь, да поедим. Чем нам еще куда-то переться? Деньги тратить на бензин, время тратить. Да мы еще хотим съездить в другой магазин. Мы сейчас завернем сюда. Лаваш же это, да? Ну, типа я хотела пирог из этого сготовить. Вот в Америке тоже любят лаваш. Ты прямо сейчас будешь пирог готовить? Тебе сейчас вот делаю этот... Как сказать, шаурму без овощей. Вау. Вот бери и кушай, и руки не замарашь, и наешься. Как? Все хорошо, мяса маловато. Ну так ты клади себе. Клади. Давай я тебе еще наверну. Говори. Хочу говорить. Пошла, заказала, пошла взяла воды, чтобы попить. Я себе, я думала, вам воды возьму. Горчица сладкая. Бери. А что такое? Это? Еще какая-то фигня, я не знаю. Это кетчуп? А, это огурец. Это пиклс. No. Вот мука, ну, вот, теперь. Видите.
едим потихоньку. Ну сейчас, смотри, как папе я сделала шаурму. Вау. Сидим, кушаем. Доча притащила вот такие вилки. Первый раз вижу одноразовые вилки черные. Какие они должны быть? Белые. Слушай, вот этот надо принести, положить на тарелку. Что-то мне кажется, я наелся. Ну так ты наложил себе курицу на эту. Американцы, видимо, не соображают, что можно курицу взять. Целую. Это у нас кто? Это тарелочка наша. Американец тоже же. Вот как что соображает? Я забыла же. Я даже не помню, что я. Как что соображает еще как? Так это я дай предложила. Дай мне уже кран. Да ё-моё, муха откуда-то появилась. Горик, поснимай, я сейчас отрежу. Ну подожди. Ага. Я подумаю. Эти хот-доги же. Хот-доги же заворачивают. Угу. Бумагу. И как тарелку это используют. Чего, почему курицу нельзя? Так вообще, ладно, говорила, возьму. Представьте немножко себе, вот этот хот-дог стоит $1.50. А мы курицу за $5 купили. Ну и хот-дог это говно. Ну, мне не нравится, я не люблю. Короче, хорошо сидим. Еще выпить надо. Хорошо, что? Девчонка, это... девчонка, он идет, так еще смотрит, что мы тут едим. Муж не с нами, это он бы не согласился ни за что в жизни. Ну. Короче говоря, вот в этом магазине люди, которые здесь отовариваются, он поэтому называется как? Sam's Club. Sam's Club, то есть, Club, то есть да. Клуб. Клуб. И нужно быть участником этого клуба, поэтому здесь немножко все подешевле, доставляют на дом. Вот если хочешь просто здесь покупать, то платишь $50 в год. Это мне так дочь рассказывала. Нет, ты можешь. Ну давай, расскажи. Подожди, если хочешь просто здесь покупать, простой мембершип за $50, то когда ты, заказываешь, то тогда за тебя за это деньги берут. Когда ты заказываешь, чтобы тебе на дом пришло. Ну то есть это получается в итоге, если много заказываешь и часто, то это дешевле выходит, если на $100 покупаешь мембершип. Если ты покупаешь на $100 мембершип, магазин раньше открывается. То есть по воскресеньям и вообще по любым дням можно на час раньше приехать и купить продукты. Mm-hmm. То есть тебе преференции дают, да? Ну да. А если я не член клуба, я могу здесь купить что-нибудь? Нет. А, вообще нельзя покупать? Ну, ну так. Люди как делают? Они берут, ну одна семья, например, купила на две семьи. Они раз друг другу дали. Вот кто мне это проверил, что это мое имя там или чье это имя? Я вот, например, мы бы с родителями купили и пользовались бы одним. Ну все, перекусили, погнали дальше. Выехали из магазинчика. Едем. Едем разгружаться в машину. Сейчас разгрузим все в Тойотку. Ну все, разгрузились, едем в следующий магазин. Характерная особенность. Едем, машин море, а людей, смотрите, по улице не ходят люди. Все в машинах едут. Это мы в городе Сью-Фолс, самый крупный город штата Южная Дакота. Вот посмотрите, ни одного человека, одни машины. Да, девочки. Вот иду с кроссовками в магазин. С новыми кроссовками? Да. Какой-то рост. У нас не зыринг, у нас шопинг, как Доча сказала. Так что, девочки, давайте идемте с нами выбирать. А что, папа что-то снимает? Угу. Выбрала себе наряд. Полароид. Не буду ходить. Туман был утром, мы по трассе ехали. И вот сейчас покажу уже без тумана трассу.
Ну, обыкновенная трасса двухполосная. Трасса да трасса, правда. Да. Разделенная. Видите? Такой вот, я не знаю, канава или как правильно. Не канава, конечно. Кюветом. Зеленая вот зона. Траншея. Кювет, да. Кругом кукурузы, кругом что-то делают. А я вообще уморилась, нашопилась, назырилась и поехала. Да все устали, я чуть-чуть убавлю. Мы еще встали очень рано. А сейчас сколько время? 2:26. Ну как раз мы сейчас отдохнем маленько и можно на русский магазин съездить. Раза два кирпичи привезти. Это бесплатно? Бесплатно? Да. Ехали мы, ехали. До нашего городка осталось примерно 25 км. И наша дочь нам решила показать. Ну вот, например, люди едут далеко, и хочется отдохнуть от дороги. Ну не на обочине же стоять, правильно? И вот смотрите, свернули специальный такой въезд, и здесь, я сам не знаю, что еще здесь, сейчас увидим. Сейчас покажем. Потому что я ни разу не был. Я, кстати, в этой, это новую построили, у нас было раньше просто свернул. Кармашек поди. Недавно совсем. Да куда я еду? Что-то такой объезд прям вообще. Ну, раз ты хочешь отдохнуть, серьезно. Серьезный объезд, подъезд. Смотри, вот туда траки едут, а сюда машины. Угу. Cars only. Только машины. Угу. Ну, давай зайдем, что-нибудь в туалет сходим хоть. Давай. Раз приехали, надо показать. Вот, притормозили. Можно было поближе встать, ну ладно. Ну, люблю подальше остановиться. Можем пикничок устроить. Ой, я наевшая. Да, ну, кстати. Если ты хочешь, сиди в машине. Кстати, он... Нет, я хочу в туалет. Пойдем. Вон там этот навесик вот такой. Там, видимо, люди могут перекусить. И что ты мне говорила, что это... Лариса разволновалась, что мы без нее пойдем отдыхать. Мы тут в Сочи. А мы тут комментарии читаем под последним видео, трансляция точнее, наша адаптация в США. Такие хорошие, добрые комментарии в основном все написаны, ну, 99%. Вот мне понравился Валентина Комиссарова. Смотрю, всегда вы настоящие, приятно смотреть. Юрий, не переживайте, ваше от вас не уйдет. Лариса, вы зажигалка, с удовольствием посмотрим Америку. Не с открыток, а простых людей. Показывайте больше. Очень интересно. Подожди, я кипятку. Будем стараться. Очень, очень приятно, как, ой, приятно, когда такое пишут. И не то, что просто приятно. О, он там уже кушает. Да. Заехали мы. С собой взяли. Дакота. Видите, вот здесь вот такая, такой столичек. Смотрите. Да. Ребята, я думал, это кафешка, а это, оказывается, туалет. Прикиньте, реально думал, это кафешка. Это... Так. Вот так-то. Вот такие туалетчины. Подошел за воды, налил. Это в чистом пуле, прикиньте. В чистом поле вот это построено для людей. Так, я трансляцию начинаю, давай покупай. Итак, папа сел за руль. Я не жадная, я делюсь. Мы поехали. Попробую хоть. Так, знак стоп. Ну, сам знаешь, что надо сделать. Поворот налево. Ой, направо, точнее, извиняюсь. Все, езжай. Никого нет. И потом вправо не доезжаем моста, да? Да, вот прям, вот здесь вправо надо ехать. Угу. И потом нужно... Ну, машина должна сместиться, потому как ты будешь медленнее. Но сейчас надо разогнаться хотя бы до 80, да, разгоняйся. До 80 миль? Да. Хрена себе. Ну, соответственно, как бы сказать, изгибу, если понятное дело, если здесь изгиб тут... Вот, все, оно уже на трассу выходит. Давай разгоняйся, что ты 40-то едешь, господи. Да ладно, не команда. Все.
сколько держать? 80. 80. До 80 даже еще не доехал. Ну так сделай, не надо мне 80. Круиз контроль. Ну давай. Что, можно педали опускать? Подожди. Вот все, сделал. Че, очкуешь? Да ну нафиг. Как в своей тарелке. Я кайфую, а не очкую. Ну все, поехали. Сейчас доедем. Я, наверное, выключаю, потому что... Да выключай, че? Долго снимать. Как ощущения, мужик? Ощущения офигительные. Как будто сел в свою машину, на которой 10 лет уже отъездил. Сел в новую машину. Мама что-то переживает, а я не понимаю, что переживать, я вообще спокойно. Да я соседи переживаю, его Кондратий захватит. Ну а ты-то что за него переживаешь? Это его личные проблемы. Кондратий, он отобьется. Я хотела сказать, я когда розетку включала, у меня вода под ногами была, папа хотел включить, я говорю, нет, ты давай не трогай, лучше я включу, если меня током ударит, у меня хоть страховка есть медицинская. Так вот и я про этого, про зятя. Ты, если его Кондратий захватит, у него есть страховка медицинская, так что не переживай. Ну вот сел я за руль нового автомобиля. Toyota, как? Highlander. 2000 какого года? 19-го. 2019-го. Ну какие ощущения? Охренительная тачка. Едешь, балдеешь, круиз-контроль. Я, кстати, с круиз-контролем еще ни разу не ездил. Ну нормально. Вот, а сам вот так вот ногу держу, чтобы в случае чего на педаль тормоза нажать. Потому что ну, я привык куда где-то ногу держать. Либо на газ сжать, либо на тормоз. А тут никуда не надо. Но я держу так на весу перед тормозом. Ну, что... она у тебя заболит, надо ее... Ну, это... Ясно дело, заболит. Здесь меня... Я еду на круиз-контроле 80 миль в час, а здесь меня обгоняет с левой стороны грузовичок. Он, наверное, 82 или 83. Да. А мы приближаемся. Ничего, я... Это как сказать? Соображаю, что делаю. Если ты приближишься, машина остановится, не переживай. Вот. Ты сейчас сразу мне, под ним не вставай. Это мне дочь подсказывает, да. Что если я приближусь к автомобилю, впереди идущему, вот тут трак идет. Вот смотри. Одинаково. 80. Замедляется? Нет, он потому что быстрее едет, чем 80. Ну, может быть она именно, как да. бы сказать, ощущает значит, тех, кто медленнее. Значит, едет. Дорога, мне кажется, вот дорога, если взять с нашей вот Барнаульской, например. Трассы. Да, трассы от Барнула до Новоалтайска. Дорога похуже. То есть она какие-то перепады имеет. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это потому, что она ну, старая. Не как бы сказать, не цемент, а как это сказать? Асфальт. Да, если взять дорогу Барнаул-Новосибирск, то она, конечно, лучше, потому что там местами есть такие участки. А тут примерно одинаково. Нет, самое главное, ям нету. Не едешь да. просто так, непонятно, где-то яма. А дорога, она тут, я не хочу сказать, еду, что она прям как стол. Еду и не боюсь поймать яму. Ладно, опустил я ногу, вот так плашмя поставил. Ну вот, я так и делаю. Ну, зато надо следить в оба, потому что... Ну, она, во-первых, наверное, я думаю, может тормознуть, да, если резко препятствие или нет? Если резко что? Вот он впереди начнет тормозить резко. Она ну, тормозить. Мы пока ребят, этого не пробовали. Щебенка, которая нам нужна. Где? Ну, вон она так это песок, это же не щебенка. Это щебенка. Ну, а. Нам без разницы, нам песок. Там и щебенка, и песок. Ну, мы завтра будем звонить и спрашивать, где и как нам номера взять ее. Номера телефонов, смотри. Да зачем? Я что, не найду, что ли? Куда звонить? Я погуглю. Лифт ад. Лефт. Налево при экзите. Сейчас вот будем скоро сворачивать. Видно, как после потопа, посмотрите, все в воде. Да, все в воде. Обычно тут нету воды. Ой, в гольф играют. Господи. Ага, мы ехали. Лишь бы в гольф поиграть, блин. Ну, твой муж... Ну, он бы тоже это делал, если бы ему... О, Брукин. О, вот она, щебенка, вот она. О, щебеночка какая. Смотри, может, телефон увидишь. Да зачем мне его смотреть? Желтая есть. Потом красная, потом еще вот смешанная какая-то. Если наверх показывать, значит. А, ну я же не знаю, как это снимать. Ну, надо снимать. А вот песок, ребят. Да, и песок. Вниз. Ближе к окну. Так, где сворачивать? Ну еще подожди, сейчас вот внизу спустимся, там будет вот этот, видишь, сворот первый. Вот где мост? Перед мостом? Да, вот. Там, где белая машина сворачивает. Все, выключай что-то. Итак, вот, пожалуйста, бомжи. Американский бомж, Please да? help
Что дальше? Please help. Не, не бомж, а как бы по белорусскому. Вон, смотри, подают, человек ему подают. Мы ему, кстати, давали один раз денег. God bless you. Пожалуйста, помогите, Бог вам в помощь. Блин, надо встать, подзаработать хоть маленько. Налогов не возьмут. Да. Они шикарно, я думаю, зарабатывают. Ну, тебе надо картон. Ой, ну напишем. Мама так сказала, тебе надо картон, как будто его нигде не взять. Короче, ребята, вы подумайте, что мы издеваемся над этим человеком. Действительно, может, неплохо. Ой, так, да лево, нет, я... Лево, да, или как? Да нет, стой, можешь лево повернуть. Тут сколько миль? Да господи, 35. 35? Вон, видишь, 35. О, я больше еду. А никто над ним не издевается. Когда человек встал вот так в жару, стоит и просит, когда ему действительно надо. Да. И мне как бы сказать не то, что там... Прямо едем? Да, пока прямо едем. Ну вот, нам тоже надо на обратную дорогу. А на какую обратную? У тебя же билет уже купят. Тебе дочь купила. Я тебе купила вообще-то. Обратно же хочется комфортом там. У него может быть, у него может дети вообще какой-нибудь, может это он... Дочь, я все прекрасно папа понимаю. Дональда Трампа. Ну, я шучу, конечно. Мы сегодня, кстати, уже третьего видим. Вот этого поберушку третьего. Женщина стояла женщина в Сифолсе. И еще кого-то я видела. Я не видела никого. Я, короче, я женщину уже... видел, и вот этого. Ну, я еще видела. А я еще хочу. Как Настя. Она еще увидела. Выровни машину, надо даже прямо ехать. Я-то привыкла, чтобы побыстрее ехать. Папа меня сейчас отругал, конечно, что я ему в последний момент сказала. Но ничего страшного, я привыкла. 35 миль в час. Вот в этот парк я вас вчера звала. Вон красивый парк. Туда надо $3. Ну, знаешь... За человека. Да ты чё? Да. А чё там есть-то? Чтобы... Ничего, в том-то и дело. Закрыли, взяли, раньше бесплатно было. Обалдеть. Сейчас 30 миль в час подъезжаем. Я снижаю скорость. Ну и что у тебя перестроился все равно? Ну и что? Ну, вот тебе-то надо быть в правой полосе. Ребята, я вот не знаю. Я в правой сейчас. Ну говори, говори. Я там? Вот честно сказать, как будто по родному городу еду. Давай. Приехала, такие уютные улочки тут, вот я уже чувствую, что вот близко-близко дом. Уютные, вообще... потому что сейчас пока лето, если бы была промозглая зима, как-то ну бы не что, очень мне, было. Ну что, мне, знаешь, все равно нравилось там, где вы живете. Пусть там старенькие дома, но мне нравится это место, этот район. Мне вот эта улица нравится, особенно осенью. Сейчас тут деревья, когда пожелтеют, вообще будет красота. Красные, желтые, зеленые еще будут. Ну что, завернул на родную улицу же? Вот эта улица, вот это дом, вот эта девушка, что я влюблен.